Друзья, всем привет! Сегодня будем делать елочное украшение. Шарики, новогодние шарики из шишек. Смотрятся они очень-очень красиво. Как мы это делали, мы расскажем в этом видео. Берем газетку и формируем шарик. Берем ниточку и обматываем, чтобы шар наш приобрел форму. Далее на шар вешаем веревочку, бечевку с помощью клеевого пистолета. И начинаем обклеивать наш шар шишками. Так вот у нас получилось. Дальше между шишечек нужно вставить елочку. Тоже приклеиваем с помощью клеевого пистолета. Вот так у нас получилось. Дальше я понамазываю клеем ПВА елочку и посыплю тернутым пенопластом. Так красиво у нас получилось. Дальше я на наши шары приклею по бантику. Будет очень-очень красиво смотреться. Вот такая красота у нас получилась. Смотрятся они очень-очень обалденно. Обязательно сделайте такие шарики. На этом все. Всем пока.